Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему считается, что работа для девушки в сфере интима плохо? Ну, я не знаю, кем считается. Древнейшая профессия. Вот, и, в общем-то, на мой взгляд, это один из самых таких больших противоречий мужчин, потому что в общем-то, эта профессия, она появилась, в том числе, благодаря мужчинам, ну, изначально, да, ну, вот, и мне кажется, что между таким эготическим стремлением мужчины к тому, чтобы женщина принадлежала только ему, и тенденции к полигамии, вот между этими двумя вещами мужчина до сих пор не может, собственно говоря, найти какой-то компромисс. В общем-то, тут большая проблема в том, что это действительно порицается, подобная модель поведения. Вот. Но, на мой взгляд, какая разница? Порицается не только это. Почему вас это волнует? Дальше. Я подумала, что мне нужны деньги и признание мужчины, готовлю себя на попробовать в этом направлении. Ну, попробуйте, если хотите, только о здоровье побеспокойтесь. Может быть, я найду себе мужа. Ну, прямо мужа вряд ли. Возможно, но вряд ли. Я бы вот не ставил вопрос так, что вы ищете мужа. Я бы все-таки ставил на то, чтобы вы просто смотрели, какой человек вам интересен. Это первое. Второе. Не кажется ли вам противоречием то, что вы хотите, вот, как вы пишете, денег и признание от мужчины, в то же время хотите найти мужа? То есть, ну, на мой взгляд, вы именно к мужу, а может быть, и не готовы еще. Ну, вот если мы говорим о такой тенденции вашей. Потому что муж – это один человек, а мужчина – это вот, ну, неограниченное количество. То есть, ну, не ограничивается каким-то одним количеством в данном случае. Вот. То есть, суть, вот, заключается как-то в том, да, что вы, на мой взгляд, вот противоречите себе здесь. То есть вы, если хотите, например, ну, если вы хотите, скажем так, ну, построить семью, например,
ну, хотите каких-то семейных отношений, да, то в таком случае, наверное, вам не должно быть интересно признание единственных мужчин, потому что, ну, я повторюсь, да, потому что это ведь именно вот неограниченное количество людей. Ну вот, да, ну, да, в данном случае, вот, понимаете, да? Поэтому здесь лично, ну, лично я здесь вижу, ну, довольно серьезное противоречие, вот. А вам бы его постараться разрешить, вот. Просто, ну, сами понимаете, да, что, найдете вы мужа, а все равно будете, ну, на других мужчин, получается, смотреть. Дальше. Меня смущает, что обычно мне нравится секс с теми, кто мне нравится, а с другими я занимаюсь. Вот это вот я не понял, эту фразу. Но предположу, что вы избегаете интимных отношений с теми, кто вам нравится. Ну вот, мне, по крайней мере, да, вот так показалось. Вот. Если это так, то мы здесь, в принципе, говорим про страх близости. Вот. То есть мы тут говорим о том, что вы боитесь сближения. Вот. То есть боитесь эмоциональной близости. Вот. И избегаете ее. Если я вас правильно, опять же, понял, да, то интимные отношения у вас с теми, кто вам не, ну, кто вам не нравится. Вот. Но опять же повторюсь, я здесь вот могу вас не так понять. Ну, именно здесь. Вот, поэтому вам нужно этот момент прояснить, как минимум. Вот, но в целом, то, что вы описываете, да, это вот больше, ну, похоже на избегание интимной близости. Вот. К сожалению. Вот, ну, тут можно какие-то предположения делать, да, относительно того, для чего вам деньги и признание мужчин. Но я, наверное, вот пока делать этого не буду, да. То есть, давайте отложим с вами, например, ну, отложим эту беседу, да, отложим обсуждение этого, вот, так скажем, до непосредственной беседы, вот. То есть, если вы, вот, будете консультироваться, да, вот, если вы, вот, ну, планируете консультироваться, то, вот, давайте как-то вот отложим этот момент, отложим эту беседу, отложим обсуждение этого до консультации.
Сейчас я думаю, что вам бы вот обратить внимание на свою уверенность в себе, точнее, точнее отсутствие уверенности в себе. Вот, потому что вас волнует, кто что считает, ну кто вот. Кто как воспринимает, ну, кто как воспринимает то, что, ну, то, что вы делаете, то, что вы вот, ну, планируете делать. Вот. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.